Всем наидобрейшего денечка. У меня два молоденьких кабачочка, два кусочка сыра разных, ну просто у меня так вот получилось, можно и одинаково, естественно. Два яйца, мука и растительное масло для жарки. Ну, конечно, еще соль понадобится. И будем делать кабачково-сырные оладушки. Кабачки и сыр трем на крупной терке. Добавляем 2 яйца, немного муки на глазочек, то есть тут уже как ваша рука насыпет. Солим, перчим и, конечно же, все хорошенько перемешиваем. Кто любит зеленушку, можно покрошить еще зеленушки, будет тоже замечательно. Вот такая смесь у нас получилась, довольно-таки густая, не жидкая. И начинаем жарить, как обычные оладушки кабачковые. Только они у нас идут с сыром. На, да, вот какие у нас румяные оладушки уже получаются. Я еще взяла вторую сковородку, чтобы побыстрее это все шло, процесс. В общем, процесс идет. Пахнет вкусно. Сырно-кабачковые оладушки готовы. Вкус получается очень нежный. Сыр мягкий, тянется. В общем, и на обед, и на ужин, да хоть на завтрак, такое блюдо пойдет на ура. И очень хорошо со сметанкой, либо с другим любым соусом, который вам нравится. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!